Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и война войной, а Цива по расписанию. Думаю, за почти месяц после нападения России на Украину мы смогли привыкнуть к той реальности, в которой мы сейчас живем, и я вам сейчас выкладываю партию, которую я записывал буквально за 5 дней до начала всего этого кошмара. Континенты. Ограничение 165 ходов. Каждый из нас банил по две цивилизации, и дальше мы играли случайными. Но по превьюшке, как вы понимаете, мне выпала Монголия с Чингисханом. На всю игру можно заключить только один союз, который все обязаны продлевать до конца партии. Кроме того, одновременно у вас может быть только две дружбы, союз в их число не входит, а после выхода мира в новое время дружбу вообще нельзя заключать. Люди в союзе имеют право общаться в привате, но не обязаны активно помогать союзнику в войне. Если вашего союзника убили, то вы можете заключить новый союз с таким же бессоюзным одиночеством. За всю игру каждая цивилизация имеет право использовать только 4 ядерных и 3 термоядерных ракеты. При голосовании в Конгрессе запрещены любые обсуждения, все голосуют вслепую. Из режимов мы решили взять корпорации, монополии и варварские кланы, а вот технологии и социальные политики не случайны. Как всегда, для спонсоров канала все серии будут выложены сразу, но в связи с последними событиями явно уже не так много спонсоров из России остается. Тем не менее, спасибо всем вам за поддержку и всем моим зрителям приятного просмотра. Дипломатической видимости выше. Орда, кешек, все кавалерийские юниты плюс 3 к боевой мощи. И шанс захвата побежденного вражеского кавалерийского юнита. Сейчас мне все будут войну встреченные объявлять. Да, ну это будет интересно, короче. Ну... Ссылку мне снова дай мне туда. Та же самая ссылка. Окей. Блин, 8 раз ББС. 8 попыток сделал. Какая никому не видно минимальная дистанция? Не. Жаль. Так, меточки пошли. Да, включитесь, кстати, пока, ребят, пока я тут это. Так, ну вообще бананов, конечно, дофига. Это первый ход, когда метки ставите, вы можете людям сломать, и они не смогут нормально грузиться. До пятого хода вообще метки желательно не ставить. Мне кажется, это такие же танцы с бубном, как, которые когда-то были много лет назад на выходе игры. Не-не-не, потому что если ты прогрузился раньше человека, так, это океан. Проверять карту, у тебя чело, которое грузится после тебя, его может, короче, хернуть в разные стороны. Там плохо здесь то, что я не вижу ресов на счастье. Ну, вообще немножко такая странная территория, но я бы не уходил. Нет. То, что вот горы, вот жалко это и от кого-то... Ну, тут, например, понятно, кампус может быть. Не могу пройти к кому-нибудь, на кого нападать. Звучит как магия. Ну, игра предлагает здесь поставить. Краш может быть, потому что... Потому что целая. Не-не-не-не-нет. Потому что гладиолус. Тихо. Там, наверное, может быть, знаешь... Блин, я боюсь сюда ходить, потому что я уберу... Вот я бы здесь город точно ставил, видите, тут и с китом, и с пресной водой, да? И здесь бы я тогда уберу. Я, наверное, на месте останусь. Ух, сколько тут гор. Я надеялся, вдруг, может, там могут быть какие-то ресы, но... Выглядит так, что нет. Так, пожалуй... Пожалуй, наверное, с роста начну. Точно нужны, так, но только тогда разведчики 4 хода будут. Нет, тоже 3. Нормально. Нормально. Блин, плохо. Вот тут, конечно, куча территории. То есть у меня столица маловато клеток для обработки. Первый ход нельзя отшать. Похоже. Я честно никого не видел. Честно. Смотрите, какой довольный, видимо, по сравнению с нами. С ним там бизнес. Мы тебе, конечно, верим. Много кто у воды зареспаунился? Кто? И много кто появился? Так, у нас не случайные, конечно, технологии. Не скажу. Ну я, конечно, животноводство начну. Лобный. А, то есть никого не видел все-таки. Кроме тебя. У паводковой реки. Слушайте, а такой вопрос. Вот город заливает... Вот сам центр города, если он стоит на паводковой реке,
А если он на соседней клетке стоит, ну... Если у тебя там будет район, изотопит, то повредит... Ну, я понял, что если там действует только район, а если там сидит житель на этой клетке, которую затапливаем, он тоже умрет. Но сам город меня интересует. Центр города, если он не на паводковой, он просто на соседней клетке, по-моему, не затапливает. Только на пойме. Понял. Лепяс, ну, с кланами? С кланами, да. С кланами и корпорациями и монополиями, но без случайных тех. Ужас. Ну тут точно я тут буду ставить. Нашел города государства какие-нибудь? На второй ход? Рановато. Я прошу прощения, но я нашел. Блин, ребята, второй ход, а я еще никого не встретил. Что это такое? Вы где? Как-то в тесном месте попался. Чувствую, прям чувствую. Фибрами. Что такое фибра? Микроткань такая. У меня, походу, рядом есть. Да. Вот я уже встретил на третий ход. А побережье Панталаса, а тут Рейкум. Я надеюсь, здесь... Это все-таки полуостров просто. Я просто вот здесь сюда ставил город. Хорошее... Ну, как бы не самое лучшее, но просто когда-нибудь тут нормально город поставить. Жалко, правда, рифов никаких не вижу. И жалко... Получится... Блин, знаете что, а может тут тогда лучше? Просто хочется гавань рядом с центром города ставить, а не... Сейчас посмотрим, походим. Возможно, сюда буду ставить. Потому что если сюда, я не могу сюда гавань поставить. Не будет соседства с центром города. Блин, там еще какое ощущение, что дальше куда-то проход. О, уже затопления пошли. Так и... Еще урожайность у 4 клеток повышена. О, это я хорошо сюда зашел. Блин, ну вот тут, конечно, риф тупо. Угу. Интересненько. Так, отключу. Но этим надо будет, наверное, туда куда-то сбегать. Так, а что у нас там за орда? Это в этом. В военном лагере строится, так? Hello, так, что я хочу? Как? Ну, я рабочего Hello. Хочу обычно сначала. Здравствуй. Спасибо. А, блин, разведчика дали. Ну ладно, разведчик тоже неплохо. Будешь дружить со мной? Пока что буду. Ладно, так давайте этим разведчикам сюда побежим. Все равно прохода нету. Какой конфликт? Просто мне очень интересно, мы очень быстро встретились. И быстро расстались, да? Вот зато ты знаешь, кем дружить будешь. Не факт, может он убьет его сначала и будет дружить с человеком за ним. Я не успел это сделать, извини. Не порти атмосферу в комьюнити. Так, равнина, тропический лес. Ну давайте. У кого-то так. Где-то есть чудо-сета, очень хорошее, вкусное, да? Блин, я бы и так население... Ну ладно, на один ход раньше. Так. Воинам пойдем разбираться с лагерем. Метки лучше не ставить, я так понял, да? Уже можешь. Я не буду на всякий случай. Запомни. Так, друг, что с лошадьми? Есть лошади. Ходил? Гончарное дело. Блин, не обрабатывать нечего. Ну ты видел, что там? Одногорное начнем сначала. Ну, тут в очередь. Пускай три разведчика будет. Нормально. Скауты монголов должны найти свою первую жертву как можно быстрее. Ну блин, территория у нас стандартная карта, то есть это не новый мир. Это стандартное все. Но у меня все равно какие-то очень тяжело проходимые места. А мы ставили какое-то чудо на пустыню? Нет, вроде. Понял. Так, давайте я вот здесь посмотрю. Да, горы. Звучит очень. Блин, вот это скорее бы вот здесь леса вырубить. Здравствуйте. Чтобы вулкан их не поубивал. Кому портит настроение погода? Скажите. Я вас встретил. Почему пахнет островом, ребят? Потому что это такое континент. Ощущение. Попахивает, ну не островом, наверное, континентом. Не-не-не, вот прям островом попахивает. Как-то иронично, что мы друг друга нашли, не находишь?
Очень иронично. Да. А чё там? Так, ну один прогрессивист, по-моему, да? Нет, банили же прогрессивиста. Банили это. А, всадника банили. Что в этой игре нету напалма. Мой друг, очень ты жаль. Представляешь, какой получится офигенный союз, если мы объединим наши усилия, мои возможности и твой ум. А вот и рабочий. Так, ну тогда наш тут надо сначала посела. Я, может быть, строителя потом дострою. Почему мне кажется, что это тут Вьетнам? Блин, ну вот что, ну надо начать с кукурузы, конечно. Да не. Да. Потом, наверное, выкупить лошадей вот этих. Нет, не Вьетнам ни разу. Я, конечно, не историк, но где-то я это слышал. Ух ты. А можно я чуть-чуть дальше пройду? А, да, можно, конечно же, можно. Чего же я спрашиваю? Ты же друг мне. Мастерство и возьмем. Наверное, пока удвоенный. Сундук была забанена, ладно. Не надо владеть всех. Ты чуть правее Венеции, да? О, Венеция есть. Ну, я не знаю, как это еще обсуждать. Это ГГшка. Нет? Да, это ГГшка, а что? Ну, Венеция. Угу. Есть такое. Смотря в какую цифру мы играем. Мы в пятерку же? Да? Да не. Так, ну тут, конечно, интересные места. Я еще пару. Тоже хороший город встанет. Наверное, сюда все-таки пойду. Престижные джунгли. Угу, шелк. Ну, шелк сам по себе культуру дает, так что тут вряд ли чудо будет. Ой-ой-ой, коничева. Коничева. Привет-привет. Хорошая наса. Да, тебе смотрю. Кстати, а Японию мы банили, я забыл. Нет, Японию не банили. Банили. Корею банили. Поэтому говорю, сундук забаненный. Лучше бы вы Японию забанили. Друг мой, а что у тебя там такое, два этих самых и два вот это? Я туда пойду посмотрю? Там нету чуда. Там чуда нет? Ты посмотри на мою нацию. А, Дарвилл, там есть ГГшки? Так, ну места вроде расселяться есть, а другое дело использовать способности монгола нету против кого. И территория не подразумевает. Я так понимаю, ты рядом? Самарканд. Причем я Самарканд не первым встретил. Ой. Фак. Спасибо, ну, Самарканд мой, не прям супер город. Он тут дает 2 золота и 1 золото за каждый... Меточку мне поставь. Не-а. Ну, если только пограничная, но ты меня вытесняешь. Ну, это пограничная. Ладно, да. А он культурная ГГшка. Тут окей, я согласен. Окей. Мне кажется, у кого-то выпали цивилизация с горами. Что такое? Вот не пойму, куда я все вот этого товарища веду. Он бы возвращаться. Будь здорово. Ходит опять. Только тут банить? Кашляет, чихает, нет. Как всегда, на фоне. Кумаси тоже не первым. 3 скаута, да. И я не первым встречаю ГГшки. Что такое бы сделать-то? Чтобы было 3 обработанные клетки-то. Кончева, ты справа, получается? Посол. Повышение. Так, ну тут будем... Пошли... Лошадок. Потом, наверное, прям ворошение пойдем после гончарного дела. Фига. Ага, тут вообще не пройти. Слушайте, вот этот город будет защищен от всего. Но прикол в том, что я, получается, тут не могу расселяться никак. Друг мой, так, ну, направо. Видимо, Самарканд мы будем захватывать. Так я же тебя там встретил сейчас. Нет, ты там. Прям 100%. Вот там, где ты метку поставил, да, а выше. И надо мне вниз поисследовать. Иначе я просто не вижу, где мне селиться. Все так висит. Все так, ну я успел походить, правда, всем. У меня в трех клетках отстали. Как помнишь, кстати, варвар Африкс дальше? Нет.
Так, ну надо в лошадей захватывать Самарканд. Нет, ты знаешь что, меточку на одно деление выше сделай, пожалуйста, друг. Во всадников. Я, для этого, я собственно, для этого и хочу лошадей обработать, ладно, чтобы уже всадников ускорить. Да. Угу. На одну выше, да, потому что не вылазит у меня тогда. Так, лошадку. Что такое сделать-то? Утом воров хотелось найти. Вот у меня тут, забирайте. Ничего, привет. Так, ну тут надо возвращаться, очевидно. Привет. Не знаю, как-то так пойдем. Давай, дружбу, еще немножко. Нет, ладно, пойдем сюда, соберем эту руинку. Монеты. Так, здесь надо где-то... А тут чувак, хочешь, а тут явно где-то тут чувак. Должен быть, раз он и Кумаси, и Самарканд. Вряд ли это разные вообще люди встретили. А давай, договорились или нет? Решай быстрее, ход кончает. А сколько ты хочешь? Монет. 15 монет. Да, ну ты гонишь. Я лучше отведу сейчас. Нет, сейчас постою, наверное. Так, я могу... Нет, не могу я. Купить галеру у меня нету на воде города. Слушайте, ну я бы, наверное, в эту сторону сейчас повел город. Где-то здесь ставил бы. Пошел Кабул. Так, давайте пока международную торговлю. Посело сюда ведем. Блин, тут может, правда, чей-то бегать скаут. И мне нужно третью клетку обработать. Ну, наверное, так, тут сейчас появится. Ладно, тут, наверное, постою пока. Блин, можно не надо метки? Пожалуйста, дайте походить. Нет, не успел. Так, значит, этого оставлю здесь плантацию обработать. Этим... А я вот знаю... Это кто? Ага. Бежим за, извини, чтобы рис обработать. Вот так с друзьями, да? Наверное, сразу я поселенца. Я слово, на автомате туда стояло. Не буду тебе лукавить, но это выбрал не я. Это высший разум. Все мы смертны. Нахрена я это продузил? Кумаси. Блин, мне, конечно, и религию тоже попытаться бы, но... Ты же мне веришь, друг. Ну, ГГшки точно будем. Ну, как минимум Самарканд. Кумаси, конечно, тоже я бы захватил, чтобы никто не использовал. Кумаси много культуры дает. Блин, море слева, море справа, блин. Подождите, а если я сюда ставлю, то у меня влезет... Из-за гор, подождите. Если я сюда поставлю, то мне, наверное, надо на рис прямо ставить все-таки город. Потому что иначе мне сюда на озеро не влазит. Замечательно. А на озеро тоже надо поставить. Ладно, прямо на рис. У кого чудика, так это? Я нашел Везуи. Это не может не радовать народ Зимбабве. Так, стоим. Город у вулкана. Не совсем, конечно, у вулкана. А кто-то нашел варварский клан Тигровый Клык? Наверное, это, я. Ты его, что ли? Так, разграблен? А где же человек, который... Разграблен? Может, это все-таки разные? Кумаси сверху один встретил, а Самарканд один снизу кто-то встретил. Наверное, разные. Блин, серьезно? Ну, если не ты, не я. А ты его нашел? Ну, он прям перед носом у меня кто-то убил его. Одинаково три. Что, оставим так? Это очень плохо. Блин, я бы, наверное, сразу этого посела прям сюда пошел ставить. Тут-то мы всегда успеем расселиться. Блин, куда я пошел? Стоять! Тут вообще это место только мое, то есть так тут сюда может попасть только плаванием. Не, ну место на города есть. Нет. Другое дело, как мне играть... Так, что мы хотим от жизни? Мы от жизни хотим два вот этих существа. Так, давайте мастерство. Пец. Поставлю
плюс 5 против варваров. Так, тут стоим, ждем плантацию все еще. Даже не знаю, что хочу. Реликвию. Тупо плюс 10. Ну, сейчас пантеончик возьмем. Вот что нам брать? Может, соседство тропических лесов, ну, если еще не взяли. Тогда пойдем в астрологию. Может быть, удастся веру. Грай, а где ты хочешь ставить город? Еще никто пантеон не открыл, что ли? Ух. Почему? Как крыл? Раз ускорил. Ну, рядом с собой, очевидно. Торрес Дель Пайна удваивает. Как-то тут разместиться. Да, потому да, все разрешено. Больше, слушайте, кстати, может, конечно, мы, ну, я поздно спрашиваю, может, в верованиях трудовую дисциплину и накорми мир запретить просто? Да нет. Нет? У нас тут, вот, нет. Просто все всегда, все берут... Просто я не смогу поставить город. Тут, во-первых, сейчас вер 6 будет, во-вторых, сейчас нет таких жестких обузных наций. Да они не обузные. Я просто к тому, что все всегда берут на корми мир трудовую дисциплину. Ну да. И хор. Я прям демонстративно целюсь, кстати, на корми мир. Ну ладно, я просто поздно спросил тут уже. Как бы люди идут. Так, значит, плюс 5 против варваров. Ну и здесь, ты какой, ты нехороший, наверное, пока человек. Производство. Ты знаешь, что у меня есть друг, который тебя накажет? Где? Там. Здорово, Грей. О. Тебе опять тут чудом повезло, что ли? Вроде нет. Ну, чудо тут есть, конечно. Ну вот ниже, которое того, где мы встретились. Ну, возьму тропических лесов сможем тогда. Сместиться тут где-то. Я вот смотрю, что получается, что как-то особо и нет. А как? Я могу подвинуть на клетку вправо, это ничего не меняет. На две клетки вправо уже получается, что, ну, кусок... Кусок там говна уже... там на клетку вправо. Моя территория уже. Потому я говорю, вот если бы ты мог поставить под мрамор... Сюда пойдем исследовать. Да, я поставлю под мрамор. Дорогой дневник, я не знаю, как передать эту боль. Так, я бы, кстати, вот сюда ставил священное место. А, блин, тут будет убираться этот тропический лес. По сути, получается, что у нас будет как бы выступ у тебя, город, который в мои границы прям заходит, как бы, ровно. Да, а ну, кстати, надо апнуть разведчика. И тут, ну, не договориться, видимо. Хорошего вас. Так, этим разведчиком, наверное... Не, давайте, наверное, мы этим разведчиком туда пойдем, а этим вниз исследовать Конго. Армаму, я пришел договориться, здравствуй. Наверное, по лесам возьму. Так, подождем, пока он походит. Пока постоим. Так, этот сюда бежит. Этого посела. Вот по-другому, если мы будем ставить, то либо у тебя будет возле моей столицы, либо у меня возле твоей столицы. По-другому ну тут да. Никак. Ну, я просто никак не подвину. Если я подвину вправо, я себе... Ну, мне нужно, чтобы у меня там место было под город. Никак не выходит. Вот я говорю, вот там же... Ну, расселяться мне есть где. Так, я тогда этот... Воевать с кем? Видимо, вот чисто пока две ГГшки берем. Просто, почему у меня такое пересечённое? Тут вот какие-то равнины пустые. Которые имеют характерные яркие цвета. Смотри, вот там, где под мрамором, это в пяти клетках от моей столицы. Да. Логично. Понимаешь? Да. Ну, я сейчас один ход пропущу, чтобы сразу начать строить... Знаете где? Наверное, вот сюда надо ставить это священное место. Тут два... Это же тропический лес. Как их называют? Я не пойму. Это, по-моему, тропический. Два тропических леса и гора, то есть тут плюс три будет. Тут я хочу... Хотя, блин, и сюда можно, но я не вырублю еще. Не, тут бы я на кампус оставил скорее. Пойду сразу сюда ставить город. А, товарищ, мой друг. Или все-таки сюда везти, тут хорошие места. Ты не пройдешь, может даже туда не идти. Ладно, давайте сюда. Ты не пройдешь. Тут просто хороший город будет. Там варвары. Да я видел. Наверное, сюда все-таки. Это я спрашивал. Так, один ход оставляю. Ну ладно. Чтобы священное место сразу ставить. Образом. Сейчас увидите.
Блин, даже пантеон еще не набрал. Сейчас он как все подрубит. Я еще постою один ход. Привет. Здравствуй. Так, тут откладываем. Мы около золотой ГГшки встретили. У меня, кстати, нету ресов на счастье. Поэтому Алмалык тут с недовольством сидит. Так, я не решился, где мне тут город ставить. Все-таки, мне кажется, сюда надо, чтобы дотянулось вот до этой клетки. Тонхендж. Хватит пантеоны там разбирать, ё-моё. Нет, не хочу под вулкан становиться. Подождите, мне надо посмотреть... Куда мне все-таки священное место? Так, плюс 3. Плюс 6, конечно, очень здорово, но вулкан и убирание этих жалко, поэтому все-таки сюда. Эти тут точно надо вырубать, потому что их вулкан в любом случае уберет. Кого? Корми мир. Так, походили. Да и за бог с ним. Ты главное эту войну потом священную бери, и будет все хорошо. Ребят, пожалуйста, меточек нет. Нет меткам. Не душите. А, вон где Конго. Алеша выйдет поиграть? 24 так, очка. Так, а зачем мне каменная? Я, типа, могу примерно столько же сделать. Письменность. Мне, конечно, стрельбу из лука быстрее... Давайте, наверное, письменность сначала все-таки. Пирамиды я все равно не построю. Ну, то есть мне во всадников надо идти. Ладно, я уже не успею переключить. Или успел. Прошу прощения, походу я пропустил 10 ходов в записи. Ой-ой-ой. Мне очень жаль. Что же сейчас будет? Ну, потому что тут сейвы, знаете, всякие вот эти вот... Меняется это все. Но ничего прям экстраординарного тут не происходило. Я начитал на пророка, вышел в золотой век. Меня боятся. Беру монументальность, естественно. Основываем религию. Сейчас варварский план разграбит. Ну, ислам, раз мы за это. Вот что нам взять? Наверное, хоровую музыку тогда берем, чтобы культуру иметь. И здесь, пожалуй... Вроде все схвачено. Может, на деньги взять? Это хорошо. Не хочу пока здания религиозные брать. Или крестовый поход. Давайте крестовый поход. Пускай все напрягутся вокруг. А, я не могу... Подождите, я еще не могу вырубать... Черт. Я не могу вырубать тропические леса. Надо вот это открывать. Кстати, наверху у вас вообще ничего нет. Кто таймер? Вот так заинтересовал и молчит. Так, я не успел, Грей, честно говоря, посмотреть сюда же. Блин. По-моему, сейчас отменился. Да, да, я еще скину. А что ты дружбу если предлагаешь? Я не приму. Нет. Слушай, а ты ислам взял? Да. Охотно, если ты дружбу не примешь, тогда уж... Нифига себе. Нет, я просто пока еще не знаю, с кем мне тут дружить. Прикольно. Ну просто пока ты не отправил ко мне караван, надо определиться. А ты кто такой? Так... Ну ладно, я вот... А, ну давайте... я все-таки не поставил 100%, ну ё-моё. Ладно, же, давайте... Да. Ну давайте тогда тут лучников... не лучников, прачников тогда поделаю, потом буду... Ну я могу сейчас поменять, конечно, на 100%, но я решил не спешить. У нас там война, что ли? Так, политическую философию, го. Блин, у меня счастья нету. Смешно. А, я понял, тут уже все.
Когда переименовываю? Так а кто кого выносит или не выносит еще? Ну, друг, так, конечно, что оракул. Право прохода. Да, но вряд ли он вынесет. Да нет, вот вряд ли вынос какой-то. Просто. Так, не знаю, кто у нас за вид? О! Алгарн у нас. Ух ты, Алгарн какой у нас крутой. А Dead Inside это кто вообще? Это я. А. Понял. Так, подожди, Вьетнам у нас Номад. Слушай, Номад, я вот хотел бы, наверное... Слушаю вас. А, вот здесь, я не знаю, тебе видна метка? Нет, я хочу тут город ты ставить. Там, ты там не поставишь. Почему? Там ГГшка в третьем радиусе. Если ты про Кумаси, то ей недолго. А, понял. А как-то... А, все хорошо. Я испугался, что это самое. Я просто к тому, что ты вот в эту, на эту территорию сюда куда-то спланировал города ставить вообще? Я так понимаю, что нет. Ну, вообще нет. Ну, тут хорошие места. Ну, я, наверное, может, и не сюда поставлю. Может, блин, куда тут влазит вообще? Наверное, надо на озеро ставить, на озеро. Привет, мой немножко китайский друг. Азиат, блин. Тогда уж говори. Что за дискриминация? Может, он сейчас обидится? Какой не азиат? Я думаю, он обидится, если его начну азиатом называть. Почему? Китайский же? Я сказал, немножко а китайский. А первая руинка? Невероятно, за всю игру. А ты в золото вышел? Так, а сколько как стоит? Смотри. Мы все вышли. 95. Давайте купим здесь. Рынок вышел. Увеличивается строительство, я понимаю. Но зато быстрее поставим город. Значит, я все-таки сюда буду ставить. Как там этот самый сейчас Курды-Берды Мунды Мехамедов сказал, я достиг возраста этого самого пророка 60, поэтому я подумаю, что мне покой. А сын за меня будет вот. Понял. Кто-нибудь понял, о чем он? Да. Нет. Плохо понят. Черт, я купил галеру в озере. А чё ты? Так, знаете что, наверное, пока отойду, боюсь. Я жду два хода, когда можно будет вырубать тропические леса. А как он может в Португалии, если я её банил? Но ты же у нас сделал игру вообще-то. Супер, давайте релобби. Я только за. А кто в Португалии? У меня так все хорошо. Мне кажется, это байт, он просто хочет сказать, что типа он тут выдает за себя, короче, за другого человека. Не, давайте просто спросим, кто-нибудь в Португалию встречал? Нет. 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 Все. Обидно. А мы как суслик получается. Вполне возможно. Так, сейчас что это построится, потом посмотрим, сколько будет стоить. Ну... Мой зеленый друг, ты же видишь, что там я могу? Что мы можем? Хотя античную республику, хоть счастье получим с районом. Я теряю. Так, поселенцев оставляем, два влияния поставлю пока. Спасибо, у меня есть. Караван. Не, давайте я оставлю, наверное, плюс 50%. Вот ты ее не принимаешь. Как? Уже? Опять? Пардоньте, сейчас, минуточку. И сюда, наверное, все-таки... Не, ну два маловато. Подробнее, что мы можем вместе? А ну пока производство. Нажми на меня и почитай, что я делаю. А, я понял. Все. Механикус. Да, сейчас. Где? Так, конечно. Не успел выбрать, ладно, подумаю сейчас. Надо скаутов на автомат поставить. Вот ты построил свой. Михайловск. Интересное название. Так, надо, наверное, с Вьетнамом открытые границы. Как говорится, скромность, а ты не помрешь.
Да-да-да, от скромности люди. Ну, это как Александр. Блин, довольствие минус... Нет, сейчас будет минус один, правда. Блин, у меня, знаете... Ух ты, фак, а это еще и не морской. Так, знаете, у меня проблема в отсутствии ресов на счастье вообще. То есть я только китов вижу, ребят. Ну, шелк, предположим, все. Всяческие радости. Жажа, убирай своего скаута. Стоишь, мешаешься там. Там варвар, если что. Подсказка тебе. Я вижу, я все открыл уже. Номад предложение. Блин, ты ничего, а где ГГшка? Правее столицы твоей? Где-то внизу, а внизу... Левее, левее. А, левее, левее. Да. Хочешь, подскажу, слушай, тебе прикольно, мой друг, который все-таки другом стал, я так смотрю, место у тебя совсем кисло, да? Вообще. Ты, ты быстрее, быстрее, а то у меня город сам так. Не знает расти в ту сторону. Кашгар. Ну, наверное, надо кампус ставить на плюс 4, а потом сюда на плюс 4 поставим так, святилище, амбар, тут недовольство, давайте производство, давайте прачника. Это не второй радиус моего города. А, второй радиус, пардон. Успел. Блин, ну, у меня не хватает пока веры выкупать поселенцев, я их, видите, строю постоянно. Но зато мне хватает, что вырубать. Так, тут надо железо обработать. Против, если я один город поставлю между... Так, ребят, я в начале следующего хода отойду минутки на 3. Таймер уберите, пожалуйста. Кашка-то. Ну, я просто вот сейчас похожу и пойду уже. Просто уберите, да, да, следующий ход уберите. Я поставил метку, где я город планирую там. Защищать пока буду. Давайте третьего прачника сделаю. Да, блин, Алгарн, убери своего разведчика, что ты тут встал на холме, пройти невозможно. Я любуюсь видами. Давай походи уже. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео.